Следуя сложившейся традиции, глава Красногорска в очередной раз встретился с жительницами округа, чьи родные и близкие выполняют боевые задачи в зоне СВО. Этот прием Дмитрий Владимирович Волков провел в местном отделении «Единой России», куда в поисках поддержки пришла Наталья Гуляева. Ее вопрос касался выплат супругу, ушедшему на фронт добровольцам. Итогами беседы с руководителем муниципалитета Наталья довольна. Наконец, появилась уверенность, что проблема будет решена. Ты получаешь обратную связь, то есть это не то, что на бумаге. На бумаге очень часто исполнители, то есть, по крайней мере, касаемо моего взаимодействия в последнее время с государственными структурами, по большой части это отписки. Здесь живое общение, живое включение именно в проблему, и ты понимаешь, что на самом деле тебя услышали, тебя поняли, тебе помогут. Для нас это все очень важно, бытовые вопросы, вопросы в части оплаты коммунальных услуг, вопросы в том числе и в части расселения из ветхого жилья. Есть, конечно же, вопросы личного характера. Мы тоже здесь обязательно подключимся и поможем. Дмитрий Владимирович Волков отметил, практика подобных встреч крайне важна. Таким образом, удается не только напрямую оказывать помощь семьям участников СВО, но и поддерживать связь с самими военнослужащими, узнавать об их потребностях и своевременно реагировать на запросы с фронта.